Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, сообщили власти Ирана и Сирии. Погибли как минимум 7 человек, заявил иранский посол в Сирии Хосейн Акбари. Сам он не пострадал. Он пообещал, что Тегеран жестко ответит на атаку, цитата, в том же объеме и с той же суровостью. По предварительным данным, в результате удара погиб иранский военный советник генерал Мохаммад Реза Захиди, который до 2016 года руководил элитными силами Кудс в Ливане и Сирии. Также был убит его заместитель генерал Мохаммад Хати Хаджи Рахими и еще пятеро иранских офицеров, заявили в корпусе стражи исламской революции. Сирийское государственное информагентство утверждает, что здание иранского консульства, которое находилось в густонаселенном районе Мизе, было сравнено с землей. Главное здание посольства не пострадало. Израиль отказался от комментариев.